Приветствую вас, дорогие мои зрители. Наконец-то я выбралась снять для вас видео. На самом деле я очень соскучилась, но возможности снять видео у меня практически не было. Не то чтобы ее не было, она была, но я была настолько уставшая, что у меня не было совершенно вдохновения. А вы знаете, для видео нужно всегда вдохновение, потому что просто так мы не снимаем. Лишь бы снять, всегда хочется или что-то сказать, и нужен определенный настрой, и нужно определенное самочувствие, и нужно, конечно же, свободное время в том смысле, что состояние должно быть отдохнувшее. Я приходила домой, особенно когда на улице 40 градусов жары, я быстренько принимала душ, и после этого я валилась, потому что, проведя в транспорте утром час и вечером час, даже немного больше, конечно, желание только завалиться и ничего больше не делать. На самом деле это так. Вот. Но сейчас у нас, во-первых, попрохладнее сегодня, во-вторых, сегодня выходной день. В-третьих, мы сегодня много чего сделали, мы ждем в гости нашего знакомого, друга тоже нашей семьи, но не тот, который одинок, а другой, который женат и счастлив. Замечательный человек, художник, скульптор, жена у него тоже, можно сказать, и коллега, и жена, и любимая женщина. Жена сейчас с ребенком уехала к родителям, и мы, чтобы он не скучал, пригласили его в гости поужинать. Вот, и он принял это приглашение. Я буду рада его очень видеть, потому что человек удивительный, человек замечательный, прекрасный семьянин, что для меня всегда очень ценное качество. Я просто очень-очень сильно ценю людей, особенно мужчин, которые преданы своей семье, которые обожают своих жен. Для меня это просто вообще супер. Таких немного, к сожалению, на этой планете. Но они есть, они есть. Вот, и сейчас он придет. Мы поужинаем. Я приготовила кое-что, ничего особенного. Обычный ужин среди друзей. Знаете что, дорогие мои зрители, я здесь задумала одну авантюру. Я хочу съездить в Минск. Я уже все продумала, как это сделать. И в конце следующей недели я собираюсь прилететь туда. На данный момент я все узнала. Я звонила по телефону круглосуточному здесь во Франции, что нужно для того, чтобы туда прилететь и вернуться обратно. Я звонила в посольство, информацию я получила. То есть для этого особо не нужно ничего. Единственное, нужно документы заполнить. Документы о перемещении по территории. И, в принципе, ничего особого больше не нужно. Я спрашивала насчет тестов. Тесты пока сейчас не обязательны, но я думаю, за время за это может что-то поменяться. И я запланировала также тесты. Тесты на коронавирус, чтобы уехать спокойно и вернуться спокойно, чтобы не попасть под карантин. Потому что на данный момент для тех, кто прилетает из Беларуси, карантин добровольный, то есть на свою ответственность. И если, например, у человека будет тест с той стороны, то можно будет этого карантина добровольного избежать, и не будет никогда никаких претензий, потому что это чисто даже вежливость. Если ты прилетел в эту страну, и ты не придерживаешься карантина, то, естественно, окружающие люди будут волноваться. Вот, и даже из-за того, чтобы быть вежливым, не нужно, конечно, подвергать людей вот каким-то сомнениям, поэтому лучше сделать тест и лучше быть спокойным. Поэтому я думаю, что должно все получиться. Вот, я очень на это надеюсь, потому что сейчас это очень важно, потом это будет гораздо сложнее, я думаю, к осени уже, возможно, не будет такой возможности, хотя, кто знает, хочется надеяться на хорошее, но на самом деле реальность говорит о том, что вирус начинает распространяться больше, и я даже не знаю, что будет потом, или прививка появится наконец, как обещают уже к концу осени. В общем, будем смотреть, не будем загадывать, но пока есть такая возможность, я думаю, нужно ей воспользоваться и быть просто предельно-предельно осторожным, я считаю так. Вот, дорогие мои зрители, я на этой неделе даже практически никуда не выходила. Один раз я сходила, поужинала, не поужинала, а пообедала в ресторан со своей, можно сказать, сокурсницей. Вот, ну, мы так сходили, пообедали, вы знаете, даже просто по той причине, что невозможно было сразу сесть в транспорт. Мы вышли, как будто мы зашли в какую-то духовку, 40 градусов, и мы добежали до ближайшего ресторана, сели, перекусили, охладились. Я когда зашла в этот ресторан, посмотрела на свое лицо, оно было такого бордового цвета, еще и под маской, оно перегрелось, и мы посидели под кондиционером, немножко охладились, лицо приняло свою привычную окраску. Ну, я просто себя никогда такого свекольного цвета не видела в зеркале. На самом деле, очень сильная жара, и 40 градусов, это действительно тяжело переносится. Ну, в транспорте везде кондиционеры, но тоже это, знаете, как опасно даже. Вообще сейчас опасно даже просто простудиться, потому что боишься где-то кашлянуть или чихнуть, потому что люди сразу пугаются, так смотрят. Было такое не раз, вот кто-то в транспорте кашлял, на него сразу все поворачиваются с опаской. Ну, в транспорте все в масках. Правда, есть одна в одном транспорте, в одном автобусе я еду в определенное время. Каждый день садится одна такая девица.
француженка, такая очень такая крупного размера. Ей, видимо, тяжело дышать, я думаю. И она задирает ноги на поручень. Вот, устраивается поудобнее. И она снимает маску. То есть заходит в маске, снимает ее тут же. И сколько мы едем, на нее все смотрят. Так вот косятся, смотрят и качают головами. Но ей все равно, вы знаете, ей настолько все равно. Видимо, сейчас французы стали бояться после того случая, как водителя убили, водителя автобуса где-то на западе Франции, за то, что он сделал замечание тем, кто вошел без масок. Вот, и после этого, не знаю, вообще, наверное, боятся, потому что я заметила, что французы, в общем-то, опасаются. Так вот они накидываться с какими-то претензиями ни на кого не будут, они отмалчиваются. То есть я никогда не видела, чтобы люди делали замечания в транспорте друг друга или вообще где-то. Кто-то может спокойно там пить пиво где-то в метро, и пока не придет полиция, никто ему не сделает замечания. Вот, или вот такие ситуации, как-то они себя сдерживают. Французы, когда это их не касается лично. Если их как-то коснется лично, они, возможно, могут сказать. Но как-то вот так все проходит. Даже не знаю, почему. Я не знаю даже, почему. Сделали бы у нас замечание? Нет, скорее всего, нет. Наверное, скорее всего, нет, потому что... Ну, я не знаю, почему, честно говоря. Мне это, конечно, очень не нравится. Каждый раз еду, тоже сверлю ее глазами, но ей все равно, что ее сверлят. Она едет, и потом и в разных весовых категориях, если даже сделала бы ей замечание, то я не знаю, как бы я вышла из автобуса. Она такая, ух, такая увесистая девушка, большая такая. В общем-то, может, все об этом и думают. Вот, но это все шутка. На самом деле, почти практически все в масках, практически все предохраняются. Даже на улицах у нас было такое пожелание во Франции, чтобы даже на улице в людных местах такой совет. Не обязательство, но следует надевать маску. Вот так вот. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. Честно говоря, не знаю, я не могу сказать, что у меня какой-то оптимизм, но надежда все-таки есть, что все будет хорошо. Вот так вот. Если у кого-то есть возможность куда-то съездить, отдохнуть, нужно обязательно это делать. Просто использовать и предохраняться по возможности, как только можно. Потому что если оставаться дома и бояться, можно очень-очень сильно закомплексоваться, во-первых. Потом неизвестно, что будет вообще с людьми и с их психикой, потому что, ну, все-таки это очень-очень сильно влияет, и как это потом проявится, я понятия не имею, но не думаю, что это благоприятно скажется на психологическом здоровье людей, на самом деле. Это видно уже, кому-то как было все равно, так и есть, а кто более чувствителен, то они очень впадают в такую вот глубокую депрессию от нынешней ситуации. И надо, в общем, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, нужно обязательно стремиться к тому, чтобы... не впасть в уныние, как-то же стараться жить обычной жизнью, я так думаю, просто предохраняться и по возможности. Вот. Бывает такое, что и ты предохраняешься, и все делаешь, и можешь заболеть, а бывает такое, что ничего не делаешь, и спокойно ездишь, и ходишь везде, не заболеваешь, ничего не можешь сказать, но, по крайней мере, лучше сделать по максимуму. Я вчера единственное, что выбежала в кафе, в шоколатри. Я люблю очень шоколад горячий здесь во Франции, в некоторых специализированных кафетериях, где именно шоколад делают на месте, с хорошего шоколада. И есть кафе, где маленькими такими партиями продают шоколад ручной работы, он достаточно дорогой. Я немножко даже сняла видео на эту тему, посмотрите цену, там и булочки дорогие, и там выпечка дорогая. Но зато там все очень хорошего качества, и горячий шоколад там наивысший, конечно, и получить удовольствие. Горячий шоколад, чашечка стоит около 6 евро, дорогой достаточно, но очень высокого качества, очень вкусный, и, конечно, иногда можно туда заходить просто для того, чтобы расслабиться, посмотреть из витрин окон на улицу и просто расслабиться, отдохнуть. Иногда это очень-очень нужно, потому что жизнь сейчас такая, бежит, стремится куда-то, и за ней не угнаться. Так что, дорогие мои зрители, хорошего настроения, не унывайте. Сейчас я вставлю пару кадров из витрин шоколадных и постараюсь поскорее снять новое видео из Лиона. Сейчас очень-очень интересно у нас на улицах. Действительно очень классно, очень интересно. Так что ждите моих новых видео. Всем до новых встреч. Всем пока. Хорошего вечера, хорошего дня.